Лига смеха. Первый чемпионат Украины по юмору. Да, это Лига смеха. Всем привет. И я надеюсь, что все уже привыкли к этому словосочетанию. И не надейся. Так в чем дело? Не скажу. Ну что опять не так? Верните сахара, не надо. Я так и знал. Друзья, это соревнование. Здесь есть победители и проигравшие. К сожалению, по итогам Одесских игр нас покинула сборная города Кременчук-Лукас и Ильичевск сахара, не надо. А наш чемпионат поменял одесскую прописку на Днепропетровскую. Днепропетровск. Замечательный украинский город с разнообразными, в том числе и очень веселыми традициями. Здесь пройдут четвертьфиналы Лиги смеха. Готов ли к этому город на Днепре? Посмотрим. Я думаю, в Днепропетровске с юмором все в порядке, потому что говорят же как, что Днепропетровец – это все равно в душе одессит. Идешь по улице, все улыбаются, все смеются. Обязательно шутят, веселятся, разыгрывают. Все на позитиве. В каком бы еще городе была такая передача, как «Веселый писец». Мы находимся в городе, который весел, который смотрит в будущее вместе со страной. Я надеюсь, что все трудные времена, которые сейчас у нас, мы их пройдем достойно. Днепропетровск отлично относится к юмору. Днепропетровск – самый юмористический город. Днепропетровск наш достоин, чтобы здесь именно проходила Лига смеха. Да, что-то такое я слышал. Да. Там вот это Зеленский, да? К сожалению, мне Зеленский уже надоел. А Лига смеха – это совершенно свежее веяние. И судя по тому, что я видел по телевизору, и потому, что я видел на сцене здесь в Днепропетровске, Лиги Восток, это долгоиграющая, веселая штука. Скажи, мы смотрим, нам нравится. Сегодня первый четвертьфинал. С этого момента требования к командам и к их звездным тренерам ужесточаются. Изверги! А никто и не говорил, что будет легко. Итак, у каждой игры есть конкретная тема, а у каждой команды есть тема персональная. Сегодня мы с вами отправимся в мир кино и увидим его во всем его великолепии и разнообразии жанров. VIP Тернополь и Юрий Горбунов. Вестерн. Любимый город Харьков и Алексей Потапенко. Исторический фильм. Ты решили, Одесса и Игорь Ласточкин. Детектив. Трио «Разные» и ведущий Киев и Антон Лирник. Боевик. Манхэттен, Полтава, Ровно и Сергей Сивон. Фэнтези. Пять команд сыграют два основных конкурса. В результате две команды из пяти покинут сезон. Шесть. Поменяйте хотя бы систему судейства. Нет. Нет, система судейства останется прежней. Судья встал, захлопал, команда получила один балл. И ничьих у нас по-прежнему не бывает. Любую спорную ситуацию разрешит батл. Слушай, давай уже начинать. А вот тут ты прав. Добро пожаловать на Лигу смеха в Днепропетровск. Добро пожаловать на первый четвертьфинал. Привет, ребята! Привет, Днепропетровск! У нас сегодня все очень серьезно. Мы в очень серьезном городе. Чувствуете это напряжение? Естественно, прям вот жилки все дрожат. Я вижу все ваши жилки через это платьечко. Как у вас ощущение? Все очень. Супер, спасибо. Ребят, все очень серьезно. В зале самые серьезные люди. Кто это? Это зрители. И наши болельщики. Ребята, поддержите! Всем удачи! Вперед! Поехали! Лига звезд, Лига наций, Лига грез, Лига папарацци, Лига президента, Лига легалайз, еще и NBA, и FBI, Лига чемпиона и проигравший, Лига, где чужие и где те наши, Лига знатоку, Лига, где все танцуют, Лига апперкота, Лига поцелуя. А я уже приехал. Ау! Это Лига смеха. Лига смеха! Смех нам продлевает жизнь. Лига смеха! Лучшая на свете. Лига смеха!
дорогие друзья! Добрый вечер, Днепропетровск! Это Лига смеха, это первый чемпионат Украины по юмору, это первая 1/4 финала нашего любимого чемпионата. Сегодня в полуфинал из этой пятерки очаровательных, умных и симпатичных команд пройдут в полуфинал только 3 команды. Но это о правилах позже, а пока я хочу представить наши звездные дуэты. Именно команда-тренер. Итак, сегодня в первой 1/4, ну вы все хлопаете, хлопаете, играют команда «Манхэттен» Полтава Ровно, тренер Сергей Симоха. VIP Тернопіль, тренер Юрій Горбунов. Это останній москаль, больше у нас нет. Команда «Трио разные» и ведущий, город Киев, тренер Антон Лирник. Одесса, Дері Шелье, естественно. Игорь Ласточкин. Любимый город, город Харьков, Алексей Потапенко. Ну и наконец, я хочу вам представить тренера, который сегодня восхитительно выглядит, потому что она не волнуется, потому что ее команд сегодня нет. Она не переживает. Елена Кравец. Ну, вы знаете, у нас очень яркое жюри, сейчас они все друг другу улыбаются, но что творится на самом деле каждый день в трудовых буднях наших членов жюри в этом террариуме, в гнезде в этом. Можете увидеть все эти эмоции прямо сейчас, внимание на экран. Скажем так, не строки, не фрагменты, а кадры. Ребята, внимание. Скажем так, мне не понравился Лирник. Команда, не хотите махнуться? Мне, конечно, очень повезло с командами. Ну, что значит повезло? Я же их сам выбирал. То есть, чутье есть оно, не проведешь. Старая школа. Когда я понимал, что я не встаю, и я могу потерять своего друга, потому что это его команда, я вспомнил слова, которые нам говорили наши редакторы, что ты должен быть честным, честным и откровенным. Я, честно, вообще не завидую тем командам, которые попадают в батл. Ну, ребят, это невозможно. Прости за эмоции, Юра. Но ты меня послал на и я тебе... Послал. Очень зря. Забудь все, что я тебе говорил. Увидимся в четвертьфинале. Браво нашим членам жюри, как они любят друг друга. Такие яркие эмоции. Надеюсь, что сегодня у команд будут еще более яркие эмоции. Вам еще раз аплодисменты. А почва для эмоций у нас достаточно плодородная, потому что тема нашей 1/4, первая 1/4, тема кино. Кино мы обожаем, сегодня будем говорить только кино, шутить о кино, тем более в разных жанрах этого прекрасного искусства. У каждой команды, более того, будет свой отдельный удивительный жанр. Надеемся, вам всем понравится. Сейчас команды, всем удачи, но самое главное, я хочу сказать, что все-таки нас с вами здесь объединило. Лига смех, Днепропетровск и наша любимая Украина. Так что по традиции... Слава Украине! Удачи, ребята! Дорогие друзья, ну, не все так гладко в нашей Лиге смеха, как кажется на первый взгляд. Что хочу сказать? Значит, есть и резонансные события. Особенно оценка двух команд, которые проиграли в 1/8. Особенно оценка, была яркая реакция в соцсетях, в интернете, оценка команды «Сахара не надо», вы знаете, да? Вы знаете, мы люди актуальные, поэтому мы, собственно говоря, решили идти в ногу с резонансом. И специально для этой замечательной команды и таких команд в будущем мы подготовили новую рубрику. Такая рубрика «Верните сахара не надо». Рубрика называется «Нас засудили». Рубрика «Нас засудили». Я ничего не буду продолжать говорить на эту тему. Пожалуйста, обратите внимание на экран. Внимание. Ну вот опять, снова эти рубрики ваши. Хотелось бы сказать, что мы сейчас заняты. Мы сейчас заняты, к примеру, с Павлом. Сейчас занимаемся скотоводством. Знаете, разводим таких лам. Мне очень нравится. Павлу нравится, мне нравится. Мы любим животных.
Наташ, тебе есть что сказать? А, да. Я поссорилась с подругой. Мы больше не общаемся. Ну, так сложилось. А, ой, извините. Мне нечего сказать. Ну, что, мы надеемся, что еще увидимся с вами. Всем спасибо, всего доброго. Когда-нибудь мы встретимся. Все, пока-пока. До свидания, до свидания. Пока-пока. Я никуда не спешу. Очень жалко, хорошая команда. Ну, что же вы все орете, женщина? Смотрите, ну, мы с удовольствием. Ну, понимаете, ну, все-таки все было по делу. Ребята, чтоб не про Ведровский, нет сахара. Ребята! Все было в рамках правил, друзья. Я прошу. Все было по делу. Все было в рамках правил. Я вас прошу. Я вас прошу. Как-то так. Ребят, вы заметили, как я проморозил ведущего? Меня просто не вставляет то, что он говорит. Сейчас все объясню. Просто каждый человек как замочная скважина. И чтобы этот человек для тебя открылся, нужно подобрать к нему ключевое слово. И тогда я откроюсь. Может быть, даже скажу, как я вышел таким. Мне подобрать. Подбирай, подбирай. Замечательная команда. С уникальным чувством юмора. Прекрасной стильной одеждой. Мы вас любим. О боже. Владимир сказал слова для победителей. А ведь мы же проигравшие. Сейчас сюда придет инспектор по словам для проигравших. Здравия желаю. Я инспектор по словам проигравшим. Сейчас я вам выпишу штраф. Инспектор, давай, может, штраф не надо? Может, я лучше Владимиру слово дам для проигравших? Да. Для нас? Да. Ну, допустим, актерочку подтянуть. Актерочку подтянуть. Шутки не смешные. Шутки не смешные. Нудные. Ой. Мило. Нудные. Чистеньким надо быть всегда. Телевидение все-таки. Ребят, есть предложение. А может, просто скользкую комнату переиграем? Действительно, Сергей Анатольевич. А может, как-нибудь... Ну, помоги, Соня, ну. Давай. Слабый старик уже. Простите, ребята, сделал, что мог. Игорь Ласточкин тоже говорил, что сделал все, что мог. По-моему, у нас удачный коллектив получился. Владимир, поздновато что-то мы вот усилились с тобой. Мне кажется, это уникальный талант. Вот так вот выходить, абсолютно быть другими, разными, но которых уже полюбила наша публика. Я еще раз говорю, команда «Сахара не надо». Мы вас поздравляем и нашу Лигу смеха мы поздравляем, что вы у нас есть. Мы вас провожаем под бурные аплодисменты в зал. Ребят, спасибо вам большое. Яркое начало, и костюмчик наконец-то мне подошел. Ребят, если вы не против, мы начинаем, окей? Первыми на сцене будет выступать подопечный Юрия Горбунова. VIP Тернополь. Киноэпопея начинается в жанре вестерн. Внимание на экран. Что ще потрібно реформувати? Може, економіку? Там развод, конечно, покрепче МММ. А что, МММ – это развод?
Это профессионалы, которые трудятся в телевидении, которые показывали себя в КВН. Я думаю, что Юра здесь на второй роли. Это ему не последний москаль. Команда VIP Тернопіль, ти втомився сидіти, давати інтерв'ю? Ти скакав цілий день, бо ти не москаль. Таня невероятна актриса. Да, она побывала у меня на коленях во время выступления. Конечно, у них прекрасный тренер, потому что Юра Горбунов хороший актер. Очень важно, чтобы они поставили, придумали правильное место. Из-за того, что в команде много лидеров, много ярких актеров, они не смогут придумать настолько яркую роль для Юры, чтобы он не потерялся на этом фоне. Ну, сделать что-то такое незвичное для себя. Не только західноукраїнське. Друзья, давайте погромче поаплодируем первым. Итак, быть первыми всегда сложно. Ребята, у вас не просто сегодня Західна Україна, а Дикий Захід. Кого будете благодарить? Ми дуже хочемо подякувати компанії «Спектр Агро». Дуже вам велике спасибі. Без вас, ну просто, ну нікуди, чесно. Тримайтесь там. І ви тримайтесь на сцені. Удачі, VIP Тернопіль, зустрічайте. Поїхали! Тернопіль, Західна Україна. Дехто каже, що це і є Дикий Захід. І якби вестерни знімали в нас, це виглядало приблизно так. В кишенях віє вітерець, і-ха! І чиновники усіх достали. Треба щось робити, бо капець. Ми стали бандою, тепер командою. Ми є гроза навколишніх країв. Прийди до нас, москаль, і ми докладненько тобі розкажем, що там у хахлів. Брудний Степан, ти приніс гроші? Брудний Степан, несподівано виявив, що запис в щоденнику священника Петини Пенихи означає «п'ятниця Панахіда». Ломбард закритий, скажений Іване! Скажений Іван, главарь банди, могутніший за байкера-хірурга. Бо друга Путіна не пустили в Польщу, а Іван має шенгенську візу і мотає туди-сюди по три рази на день. Ти чого офігел? Де я тепер бабки візьму, а? А я тут при чому? Ну, пацани, спокійно! Петро, ти взагалі не ліз! Петро куля в лоб. Завжди відповідає за свій базар. Ей, хлопці, може краще по 50, а? Микола – шалена чекушка, людина Коломойського. Ні, не працює на нього. Просто через свої борги Приватбанку він вже тупо належить Коломойському. А ну замріть. А що це ви ніби партія регіонів вибирає, хто буде балотуватися? Ти взагалі хто такий? Я великий вождь інфляція. Син корупції і депутатського свавілля. Нам пофіг. Добрий вечір. Я Юра Горбата Говерла. Останній шериф у цьому штаті. Що тут у вас сталося? А, в нас тут цей, флешмоб. Готуємо відповідь оренбургським пчолкам. Да? Да-да, ці тернопільські джмелі. Що ви робите?
Зупиніться, це ж не можна людям показувати. Ви ж дикий захід, а не неадекватний схід. Короче, вчора хтось зупинив поїзд і пограбував його. Чи хтось чув з вас про це? Ніхто його не зупиняв, той Hyundai сам заглох. Фу! Нічого. Дивіться мені, бо я як та бабка під під'їздом. Спостерігаю за вами. Ну все, індик, молися! Зустрічайте, неперевершена Мері! Ой, чий то кінь стоїть, закрив прохід у наш салон. Як власника знайду, то відірву йому попу піду. Ладно, живи поки що. Щас не до тебе. Вашій мамі зятя не треба? Моїй мамі треба вставну челюсть. Щоб вона могла сказати, треба їй зятя чи не треба. Свободі. Вчиться! Аніматор зразу ні. Що? «16 сантиметрів каблуки, сидиш, блатуєш? Ти як себе поводиш? Чуєш, чуєш? Накрасила фасад, вся така нарядна. Сиш, ти чого така нахабна, га? Га? Ого, до мене ще так ніхто не підкатував. Маруся, ой, ні, Мері. Інфляція. Позашлюбний син Яценюка Гонтаревої. Мері, може кіно? Ага. Подивимось фільм «Прибуття поїзда в Тернопіль», а? О, ні, я це вже бачила. Ну, це ж сіквел, а? Містер Фьорст, включайте! Бачила поїзд, приїжджає, все. А чи бачила ти, Мері, як ранкове сонце причісує дятла? Ні, не бачила. Ну так... Так, що тут знову відбувається? Тату! Доню? В смислі, тато? Тату, знайомся, це мій новий кавалер. Оцей? Доню, чому ти завжди вибираєш собі якусь нечисть? Годи, скінхеди, шуфрич, тепер оцей аніматор. Ні, та на цей раз все серйозно. Не бути цьому. Я ніколи не дозволю, щоб корінні українці змішували свою кров. Юга! Юга! Пішли із тебе ж! Галя! Зачекай, зараз не до тебе. Ти подивися, яке чудо собі вибрала наша донька. Ой, Боже, коли то який? Позор у тебе буде. Що люди скажуть? Ще де ми фок? І фомує шанже жа нема. А оце що? Галя. Загоріла на буряках. Короче, все! Вона піде з нами! Стоять! Я вб'ю тебе, інфляція! Ага! Три транші МВФ мене не вбили! Ану, сину, тікай! Слухай ти, скажене Іван, чи як там тебе? Ти знаєш, що я найкращий стрілок на Дикому Заході? Що я із 100 метрів попадаю білці в око! Брешеш!
Ні, не бреше! Ах так! А якщо так? Стоп, стоп, стоп! Скажи, Іване, відпусти її, а замість неї візьми мене. Що я з тобою робити буду? А, ну да. Тоді ти не лишаєш мені вибору. А-я-го! А-я-я-го! А-я-го, я гопадаю! Дощ, і що? Блін, не втілив. Ну все, тепер тобі капець! Зачекай, я ж наполовину гуцул. Тоді дозволь, я попрощаюся за древньою традицією наших предків. Блін, знов не втілив! Юра, валим їх! Давай. Молодець, бачу, ти гарний хлопець, можеш скотиня. Женитися на моїй доці. Скотиняка! Благословляю тебе! Скотиняка! Полякати мене буде пістолетом! Я так подумав. Я ще такий молодий. Я ще зовсім не нагулявся. Ну стоять! Стоять! Тато, не стріляй! Ви, мабуть, замітили, що за весь наш вестерн ніхто так і ні разу не вистрілив. Ми щиро віримо в те, що і в нашій країні всі суперечки рішатимуться без жодного пострілу. Браво! VIP Тернопіль! И тренер, он же шериф Юрий Горбунов. Ребят, вам аплодисменты, конечно же, всего зала. Но рано радоваться. Сначала этот вестерн должны оценить наши уважаемые члены жюри, что-то они призадумались. Итак, уважаемые члены жюри, для вас, для зрителей, напоминаю, у вас есть 30-секундный коридор, в течение которого, если вам нравится команда, а я думаю, что многим понравилась эта команда, в общем, не давлю. Нравится? Вставайте. Максимум 5 баллов. VIP Тернопіль. Время. Раз, два балла. Елена Гравец, Сергей Сивоха. Оценили VIP Тернопіль. Да! 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 Все. А я-то дурак, что радуюсь. Я же не выступал. Как-то так радостно, радостно. Мы уже не ждем даже окончания времени. Торжественно поздравляем VIP Тернопіль. Спасибо вам, ребята. Увидимся. Молодцы. Браво. Неси, все, все. По-моему, начало положено. Начало неплохое для вас, уважаемые зрители, пока готовится следующая команда. Я хотел бы ознакомить вас с нашими сложными правилами, несложной на самом деле игры. Наша пятерка играет 2 обязательных конкурса. В следующий тур пройдут только 3 команды. Как это будет? После первого обязательного конкурса команды, которые наберут наименьшее количество баллов, будут сражаться в батле. По итогам батла какая-то одна команда не пройдет, да, и не покажет свой даже второй конкурс. Жестко? Жестковато? Жестковато. Ну, мы старались. Затем второй обязательный конкурс, по итогам которого снова будет батл. В итоге мы попрощаемся, увы, еще с одной командой. Итого, следующий тур в полуфинал первого чемпионата Украины по юмору пройдут только 3 команды. А сейчас встречайте Де Ришелье.
Одесса, тренер Игорь Ласточкин. Жанр нашего следующего фильма – детектив. Смотрим. Короче, лоханулись мы с тренером. Не, ну шо, сразу после фестиваля решили похвастаться перед друзьями. Говорим, ребята, наш звездный наставник – это Игорь Ласточкин. А они такие, вау, круто. А кто это? Да решили, мне кажется, команда талантливая. У них все может получиться, у них очень много энергии. Хлещет с экрана прям чересчур. С другой стороны, может быть, это просто влияние родного зала. Они все-таки выступали в Одессе, теперь они в другом городе. Как у них это получится, неизвестно. Это последняя надежда Ласточкина. Вот все, этим все сказано. Приятно смотреть на команду. Очень смешные, стебутся над собой, над тренерами, над всем. Неожиданный юмор. Я смотрела выступления их в прошлый раз, ну, правда, на одном дыхании. Мне показалось, что не столько даже ребята, сколько сам Игорь ловил кайф от новых каких-то своих вот ролей. Ребят, Берешелье, одесситы, вот скажите, вы все время травили Ласточкина, да, что, мол, вы лоханулись. Сегодня вы в Днепропетровске. Чувствуете, как вам поперло? Да. Вы знаете, Игорь попросил говорить, что мы не лоханулись. По-моему, он с вами лоханулся, нет? Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, все будет хорошо, ребят. Мы за вас болеем, переживаем. Кто еще вас поддерживал? Кого будем благодарить? Мы хотели поблагодарить за финансовую, а самое главное, моральную поддержку народного депутата Украины Дмитрия Голубова. Спасибо огромное. Вот так вот. Это перед выборами специально, да, вот это вы начали? А у нас любое время года перед выборами, так что нормально. Мы живем в такой стране. Вся страна вам аплодирует. Удачи, ребят. Давайте. Пацаны, чё вы уходите? Ну, так у нас же тема игры детектив. Пусть теперь сами думают, куда мы уходим, чё мы уходим, может, убили кого-то. Ерибан! А ну вернитесь! Куда пошли? Ну чё, давай быстрее, 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 быстрее. Чё, оборзели, что ли? Тапочки оденьте. Кто вам разрешил в моем городе в обуви ходить? Кстати, отдельное спасибо Днепропетровску за Игоря. Не за что, не за что. Не-не, Ласточкин, в этом городе есть Игорь повесомей. Чего ты сказал? А ну пойдем, пойдем выйдем, кофе попьем. Идем выйдем, говорю, кофе попьем. Кофе идешь пить, а? Вы что так себя некрасиво ведете сразу же, а? Пошли куда-то. Зачем? Ну, просто мы написали сценарий, а там нету темы детектив. А ну-ка, сделаю вид, что мне интересно, а какая у вас там тема в сценарии? Сегодня очень важная игра. В полуфинал пройдут не все. Две команды мы не увидим больше никогда. И кто-то из членов жюри будет в этом виновен. Ну вы понимаете, что в детективе важны детали. Сейчас добавим красок и все заиграет. Быстрее, быстрее. Оп. А ну-ка, повтори свой текст. Сегодня очень важная игра. В полуфинал пройдут не все. Две команды мы не увидим больше никогда. И кто-то из членов жюри будет в этом виновен. Сергей Анатольевич, я вас в Днепропетровске в обиду не дам. А вы Личевск не суетесь. Ну что, Днепропетровск, Берешелье на сцене. 1/4 лиги смеха. Ребята, секундочку. У нас техническая проблема. Срочно техников на сцену. А, извините, пожалуйста, а нам вот это вот все сейчас сначала придется начинать или можно с последней шутки? Можно подумать, у вас там шутки были. Оля, ты можешь быстрее делать свою работу? Я хочу посмотреть, как ты за 1.5 штуки в месяц будешь быстрее делать свою работу. Просто молча поправь свет на Горбунова.
Просто номер кресла мне назови, их что, по именам знать должен. Оля, хватит тратить эфирное время. О, пацаны, а когда по телеку показывать будут? 30 мая. Ха, классно. Братан, с днем рождения, от души! Команда «Де Ришелье», мы начинаем. Друзья, после принятия закона о запрете коммунистической символики некоторые ситуации стали доходить буквально до абсурда. Итак, очередное скандальное журналистское расследование. То есть вы утверждаете, что все советские мультфильмы аморальны? Абсолютно точно. Есть настолько аморальные мультфильмы, которые нельзя показывать не то что детям, их нельзя показывать даже взрослым. Давайте внимание на экран. Да, а говорили, что в Советском Союзе не было секса. Это они просто невнимательно смотрели мультфильмы. Согласен. Друзья, после того, как мы узнали тему нашей игры, мы не могли не обратиться к творчеству известной английской писательницы Агаты Кристи. Итак, по мотивам ее романа «Убийство в Восточном экспрессе», «Убийство в вагоне», «Укрзализныти». Ну, елки-палки, сколько раз я говорю, Коля, сначала деньги, потом чай. Сначала деньги, потом чай. Опять в минус работаю. Место в купе с доплатой. Место в купе с доплатой. Желающие есть? Есть! А, все, цыганва, теперь сами потейте в своем плацкарте, я как белый человек поеду. Спасибо. Все. Деньги. Ну ничего, мне не привыкать. Молодой человек, вставайте, это мое место. Молодой человек! Ай, касатик, он убитый! Женщина, это укрзализница! Тут только убитым и можно ездить. Давай, вставай, говорит, мое место! Оу! Да ты не понял, его реально убили! Серьезно? Вам сказочно повезло, я же сыщик. Я такие вообще преступления на раз, как семечки щелкаю. Есть семечки? Нет. Ну, немножко посложнее тогда будет. Так, для начала нужно проверить его личные вещи. Что у нас здесь? Так, трубка для кальяна. Ага. Уголь. Ага. Щипцы. Пока логики не вижу. О! Диск с сериалом «Виталька». Я знаю, кто его убил. Пытка. Все, преступление раскрыто. Что за чушь? Что? Ты просто ни разу ни одной серии не смотрела. Нет, я понял. Он просто укрылся колючим одеялом и его убил дискомфорт. Преступление раскрыто. Да бред какой-то. Эй, иди сюда. А ну встань, иди быстро сюда. На, одень, на. Скажи что-нибудь. Что? Это бред! Ты что? Это бред! Ты меня... Бред! Бред! Тебе приятно так, когда тебе мешают работать, а? Кошмарека с Сальдебара! Иди сядь, кошмарека, дей на свое место. Думаешь, я не умею говорить непонятные слова. Что за дурдом? Я в вагон-ресторан. Стоять! Никто отсюда не уйдет. Мы все под подозрением. И ты, цыганка, и... Ты кто вообще? Вообще-то, я футболист Гаверл и Денис Хлебас. Это кто-то может подтвердить? А? Ты, цыганка, можешь подтвердить? Вы вообще, цыгане, футбол смотрите? А? Вообще, что цыгане делаете, а? Чем занимаетесь? Чего вы такие богатые, а? Откуда у вас такие дома? Мужчина! Женщиной полегче, а? А то что?
Да ты знаешь вообще, кто мой дядя? Кто? Сейчас один звоночек, и тебе никогда в жизни не поставят хороший стеклопакет. Только не это, пожалуйста, не надо. Я хочу хороший стеклопакет. Здравия желаю, украинская милиция. Что? Ай, первый раз бинту так рада, проходи. Ай. Полегче с дамой, ты чё? Звони дяде, пусть ему тоже стеклопакет не поставят. Быстро. Так, что у нас тут происходит? Что происходит? Убийство произошло, смотрите, кальян, все дела. А, убийство? Да. А в тамбуре никто не курит? Нет, никто не курит, вот убийство. Ага. И спиртные напитки тоже не распивайте. Не распивать, убийство, говорю. А, тогда счастливого пути. Ты куда? Карты показали, что убийца трифовый валет. Ты что вообще куришь, я не понимаю. Какой тут, как трифовый валет может вообще убить человека? Карта его убивает или как вообще трифовый валет? Ты что ли убил? Что? Что это? Я говорю, ты убил? А, я знаю, как допросить его. Нужно купить у него вот эту азбуку для глухонемых. Сколько стоит? Братан, ты ее так никогда не продашь. 20 гривен. А? Ты еще и разго... Так, ты решили, а ну вышли все сюда, я не понял. Что за фигня? Вы что меня разводите? А вот, во-первых, валет еще, убийца еще, и глухонемой, и разговаривает. Быстро всех выведите сюда. Кто там еще претендент на убийцу? О, ты посмотри какой, а. Смотри, идеальный костюмчик для убийцы, да? И кровь не видно, и тело можно спрятать. А это кто такие? Это Шерлок Холмс и доктор Дре. Поняли, да? Жюри, командочка, с претензией на юмору. А никто и не подумал, что садовник может убить еще и в поезде. Удачи в батле, парни. Давай, Дидон, удачи в батле, давай, Шерлок. Good luck, my boy, good luck, yeah, with the foul wing. Садовник, нифига. Друзья, а этим номером мы хотели обратить ваше внимание на проблемы Укрзалезницы. А, если так, тогда хороший номер, чё вы. Хороший номер, социалка, вы чего? Давайте поаплодируем. Друзья, на самом деле, если серьезно, Лига смеха, она очень сильно вдохновляет. Она вдохновляет так, что ребята сочинили авторскую песню. Поехали! Днепр недаром впадает в Черное море. Редкая птица на сцене был долгим полет. Ласточка скоро обратно домой возвратится. И часть Одессы мамы с собой унесет. Спасибо большое, дорогие друзья, за вашу поддержку, за ваше выступление. Дирижилье Одесса. Молодцы! Итак, время пошло. 30 секунд. Елена Кравец, Сергей Сивоха, Юрий Горбунов. 3 балла. 30 секунд. Алексей Потапенко. 4 балла. 4 балла. Алексей Потапенко, Елена Кравец. Остается Мирник.
Ну-ка, последние секунды, думай. Антоха, все, стоп. Удачи, батли, батли, давай. 4 балла. Давайте поддержим все-таки, ребят. Хороший результат. Спасибо. У меня вопрос. У меня вопрос, естественно. Слушай, ну реально... Что тебе не понравилось? Команда с таким шикарным, интересным юмором, как шутка про Говерлу, это потрясающая шутка. Очень хочется посмотреть в батле. Вам хочется посмотреть в батле их? Ну, мне хочется, я посмотрю. 4 балла. Молодцы, ребят. Молодцы, ребята. Удачи, мы продолжаем. Спасибо. Идем готовиться, все нормально, все по плану. Батли разорвем сейчас. Все, вы такие, мы верим. Встречайте в жанре боевик. Трио разные и ведущие. Внимание на экран. Ну что? Ну вот, это торба. Вот видишь, все плохо. Да не, я холодец на балконе забыла. Представляешь, абсолютно вылетело из головы. А как вот это лицо твое увидела, сразу про холодец и вспомнила. Интересная команда, интересные девчонки. Ну и ведущий тоже. Такое ничего. Мне кажется, что они очень театральные. Це команда, яку я хотів, щоб вона потрапила в мою команду, щоб я був їхнім тренером. Вони вибрали Лірніка. У мене до них є своя історія. Це класна команда, чудові дівчата. У дівчонок симпатичніша актерська гра. Просто невероятна. Но они пробрались дальше в лігу сміху, превознімагая себе. Падали на полу, толкали друг друга, шутили, садились на шпагат, делали все, что угодно. Девочки, это не предел. Так, как они себя показали в батле, это было достойно. Когда одна одній прикрывает курткой ноги, это женская солидарность, это классно. Очень мне вообще близок этот юмор, а такой женский, качественный, интеллектуальный юмор, в котором не теряется достоинство, а только открываются актерские. Эти невероятные вообще девушки, опыта, когда много женщин и один мужчина, у меня еще не было. Пойдите в клуб, расслабьтесь, куда-нибудь спрячьте Лирника, хватит литературного юмора, дайте нам чего-нибудь женского. Эй! Рядом со мной замечательная команда, самая очаровательная команда Лиги Смеха, трио разные ведущие, девочки и мальчик. Особенно девочки, потому что девочки пережили в Лиге Смеха за 2 игры уже все. Были в батле. Что? Как, какие ощущения? Не дай бог еще раз, ребята. Очень-очень страшно. Все будет нормально. Кого будете благодарить? Ой, хотелось бы сказать спасибо за поддержку корпорации «Позитив» и синдикату ведущих «Бла-бла-бла». А также Саша хотела что-то сказать. Больше мы не хотим никого благодарить, мы хотим сделать заявление. У нас украли спонсора. Причем до того, как мы его нашли. Ребята, если кто-то знает, кто-то видел, подходите за кулисы, пожалуйста, будем договариваться, как-то искать. Угу. А у вас нет спонсора? Нет! Ребят, можно тогда, пока я с ребятами тоже хочу сказать, у Лиги Смеха нет спонсора. Пожалуйста, если не сложно. Кто чем может, порошками, мылом. Удачи! Давайте, порвите все! Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на премьере нашего фильма. Жанр нашего фильма – боевик. И я очень рад, что это не драма, не триллер. И даже не романтические приключения. Боевик. Чувство адреналина в крови. Погоня, перестрелка. Девочки уже готовы окунуть вас в этот мир опасности. Представьте, настоящий женский боевик. Боровик. Очень смешно, девочки, очень смешно. Ты его разный боевик. Ляпнул, что тема нашего выступления – боровик. Под шляпками не прячемся. Я спрашиваю, кто? Да я откуда знаю? Я еще сама как дура радовалась. Думаю, слава богу, что не грузди. Вот про шо в них шутить? Ну, максимум, что они не трубчатые. Ты чего? Это я ляпнула. Ах, ты ж гадина, ты смотри. Ну перестань.
Боевики бывают разные. Ноги у тебя разные. Разные, зато без плоскостопия. Дожилась! Меня на сцене носом! Мое же плоскостопие тыкают! Какой позор еще и в этих уродских костюмах! Уродских? А ничего, что дети в Житомире без утренников остались, потому что мы у них эти костюмы отобрали. Ну и крупные же в Житомире дети. И мы крупные. Слишком крупные для Лиги смеха. Так, не время киснуть. Покажем, что готовили. Так нельзя, боевик надо было. Готовили номер «Дивный лес». Покажем «Дивный лес». И никто не будет указывать, что нам нужно показать. Мы – сильнейшая команда Лиги смеха. У нас уже 18 подписчиков в группе. Девочки, Петр Григорьевич умер. Черт, снова 17. Шел из Африки сюда, чтоб попробовать грибы. Ой, Антон, а мы же вам не сказали. Этот лес я захвачу, все грибы защекочу. Антон! Такая неловкая ситуация вышла. Тема игры кино. Так. А тема нашего выступления не боровик. Так. А боевик. А у кого боровик? Да ни у кого. Нет, ну это... Ну чё, кого я обманываю? Это без шансов вообще. Антон! Ну это... Ну боевик — это мужская тема. Но вы девушки, вам... Вы хотите боевик? Мы покажем вам боевик. Такой так боевик. Идите, готовьтесь, грузди. Пока девочки готовятся, я хотел бы с вами поговорить о боевиках и женщинах. Знаете, почему женщины не любят боевики? Потому что из-за погони и перестрелки они не успевают перемыть кости главному герою. Чтобы решить эту проблему, мы решили снять боевик с элементами реалити-шоу. Внимание на экран. Нашего шоу. Сержант не знает пощады и не ест после шести. Рядовой номер один знает три языка: матерный, морзе и матерный морзе. Рядовой номер два всегда мечтала быть рядовым номер один. Срочное сообщение! Главный злодей планеты Тони Лир захватил здание гостиницы. Требует $1 000 000 и чистые полотенца. Миллион по какому курсу? По нынешнему. Черт, был шанс. Отлично! Вертолет уже ждет нас на крыше. А раньше нас там ждал еще и Барсик. Тогда давайте надерем этому злодею задницу. Я в деле! Я в деле! Я в деле! Как можно работать с людьми с такими шершавыми руками? Ну вы же девочки. Я предлагала, давайте какой-то другой знак согласия придумаем. Ну, кивки, например. Это же невозможно. Я вот сюда с собой кремчик ношу. Сколько нам лететь? 8 минут! Блин, зачем я тогда брала курицу и вареные яйца? Сержант! А не правда ли это не проще, чем зайти через черный вход? А, рядовой, не ищите легких путей. В 98-м я 2 дня просидела в засаде в бочке с квасом. У тебя когда-нибудь бродили ноги? Никак нет! Твою мать, мы с ним снижаемся, быстро прыгаем! А я не буду прыгать. Случайно взяла рюкзак племянника. Там есть судок и фломастеры. А парашюта нет? Тогда возьми мой талисман. Но это же жвачка! Пожалуйста! Все, прыгайте скорее, спасайтесь! Окей! Нормально! Я бы на вашем месте тоже бы так поступила! Я бы никогда так не поступила! Я думала бы подруги! Все! Все без комментариев! Баста! Все!
по трапу спустилась, господи! Ого! Твою мать, откуда Тони Лир узнал, что мы здесь? Это я ему вчера пьяненькая написала. Ладно, я сама с ними справлюсь. Но это небезопасно. Небезопасно? Это рожать в кабине комбайна. Да сколько можно мне это вспоминать? Я тогда под прикрытием была. Я беру на себя левый фланг. Я этих троих. Я беру на себя хромого. Блин, ушел гад. Позвони мне. А вот можно вопрос, а почему нас трое, мешок на голове только у меня? Сержант, потому что нефиг идти на задание с нещипанными бровями. Ага, вот наконец я вас поймал. А у меня еще один вопрос, вот знаете, а вот перед тем, как ловить мешок, нельзя было постирать? Я постирал. Просто без ополаскивателя! Какой же ты негодяй! Блин, Насть! Чего ты обзываешься? Да ну, ребят! А можно я? Ой, блин! Тебе нас не одолеть! Нет, через 3 часа я превращу всю планету в радиоактивный пепел! Ха-ха-ха-ха! Хоть бы не сглазить, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Чувак, ну ты ведь тоже на этой планете. Ха, у меня есть... Космический шаттл! На самом деле у меня нет никакого космического шаттла. Велосипед есть, а шаттла нет. Антон, иди кушать. Да не сейчас! Я просто забыл про шаттл! Ну не расстраивайся ты! Хочешь, мы всем скажем, что ты просто проиграл в кровавой драке? Нет, я забыл про шаттл, я дурак! Ну не плакай. Ну в следующий раз обязательно взорвешь планету. Я хочу сегодня! Все потому, что ты тупой. Ты тупой ублюдок с куриной башкой. Бам! Чика-чика-пу! Бах! Вот. Это что было сейчас? То есть вы меня перед всем залом, перед жюри, своего тренера обозвали тупым ублюдком с куриной башкой? Нет. Я слышал. Не слышал. Я ничего не говорила. Девочки, я сама знаете, что сделаю? Антон, а вы можете так долго паузу не держать? А то я не могу понять, вы злитесь на меня или поцеловать хотите? А вам какой нужен конец в фильме? Плохой или хэппи-энд? Хэппи-энд! Добились своего, чертовки, ну! Говорят, добро должно быть с кулаками. Ну а в нашем случае еще и с красивым маникюром. Меня Лерлик поцеловал! Мы видели! Стерва! Я еще здесь! Ваши аплодисменты, триоразовый ведущий, тренер Антон Лирни! Ну что, уважаемые члены жюри, пора оценить этот боевик. 30 секунд. Время пошло, уважаемые жюри, пожалуйста. Итак. Вот тебе. 1 балл. Поехали дальше. Уважаемые члены жюри, подав 2 балла. Время идет. Лена, 3 балла. 3 балла. 4 балла. 4 балла. Юрий Горбунов, остается Сергей Анатольевич Ивока. Машет головой, что нет, и, видимо, точно нет. 4 балла. 4 балла. Прекрасный результат. Сергей Анатольевич, что вам не понравилось-то? Ну, во-первых, тема у нас какая? Кино. А мы смотрели телевизионную передачу. Ничего страшного. Старик не все понимает. Нет, ну ничего, интрига же должна быть какая-то. Был боевик. Антош, я пошел готовиться, а ты жди, да. Спасибо вам большое, ребят. Увидимся. 4 балла вам аплодисменты. Молодцы.
Мы будем готовиться к банду. Да. Будем готовиться к стендапу. Стендапу. Да. Все. У Лиги смеха свой маршрут движения. Начинали мы в Одессе. Сегодня безумно счастливы, что игры 1/4 финала нашего чемпионата проходят в Днепропетровске. Полуфиналы увидит. Да, полуфиналы будет лицезреть, увидит столицу Украины Киев, и финал будет во Львове. Это реальность, а мы перейдем к фантастике, точнее, фэнтези. Таков жанр достался сборная города Полтава и города Ровно Манхэттен вместе с Сергеем Сивоком. Встречайте погромче. Внимание на экран. Знаешь ли, случилось чудо. По-живому наш разрыв. И себе все объяснив. Снив. Ушел в отрыв. Стоп, стоп! И это, по-твоему, стихи? Потап, это ж стихи. Это не команда Сивохи и двух прекрасных обалденных близнецов, которые в этой команде участвуют. Это команда вот той маленькой, худенькой, очень красивой, беленькой девочки, которая вместе с ними принимает участие в номерах. Она просто загляденье. Я отнесся к ним с недоверием, потому что это, мне кажется, самая аматорская команда. Таким ребятам тяжело очень пробиться. Я знаю это по себе, потому что тоже начинал в команде, в которой мы все были серьезные аматоры. Мы с Сивохой кілька разів перетиналися в Києві. Він постійно казав, так, я на репетицію з ребятами, они приехали, я там... Я так думаю, так, всі постійно репетируют, що я сижу, я починаю відразу дзвонити своїм. Зная Сергія Анатолійовича, я увидела, що ребята пахарі. Да, ми всі, сидя в своїх креслах в 2015 году, перенеслись куда-то туда, в Dream Team. Він взагалі нічого не робить. Я фея. Пем-пом. Бум-бум. Перейшов з одної з частини сцени. Всі ржуть, весь зал ржуть. А, геніально! Дай йому облом іграти взагалі. Ребят, по мнению членов жюри, вы сейчас это слышали, ну и тогда, на прошлой игре, вы слышали не только членов жюри, а оценки, по общему мнению и по аплодисментам зрительского зала, вы знали, что вы одни из лидеров после прошлой игры. Удержать этот статус сложно, а вот превзойти самих себя еще сложнее. Ну, вы же в сказке, нет ничего невозможного. Так что, а кого будете благодарить? Знову ж таки, хочемо подякувати управлінню у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталію Ліпському, а також мережі автозаправних станцій «Автотранс». Дякуємо. І, звісно, глядачам, які зараз нас дивляться. Віталій, я думаю, вам дуже приємно, що вас благодарить гном. Удачі вам, ребята. Орбіть зал. Вже половину століття Середземлі царить мир і покой. Гноми опять вернулись в подземелье і шурують уголь за границю. Армии орков были разбиты, но они все равно сумели пролезть в правительство. Экс-король Гондора сейчас сидит в Мордоре, но утверждает, что он до сих пор легитимный. Вы спросите, а как же хоббиты? А что про них рассказывать? Лучше посмотреть. Между прочим, вот так вот выглядят хоббиты. Ну чё, здорово, чё не спишь? А ну-ка давай ложись спать. Дедушка, скажи, пожалуйста, а ты хорошо спишь? Отлично. И тебе ни капельки не страшно? Абсолютно. А можно теперь я на втором ярусе посплю? Ну ладно, ложись, чего уж. Дедушка, а ты ничего не забыл? А что? А, сказка, конечно, сказка. Дедушка, я что, на лоха похож? Ты мне стольник торчишь. А давай так, сказка и полтос. Да давай уже. Ну и хорошо. Я расскажу тебе историю о храбром братстве кольца, которое спасло все Средиземье. За мной, друзья мои! Вперед! Дедушка, да вся Хоббитания смотрела этот фильм. Да? Ну, я хотел тебе рассказать не совсем обычную сказку, с такими подробностями, о которых никто не знает. Ну, давай. Хорошо. Это сказка о том, как один маленький герой, которого никто не знал, не попал в кадр. Подождите!
Так, а... Да, было время, когда я был молод и трезво, резв. Я отстал! В этом походе меня уважали, со мной советовались и постоянно слушались моего мнения. Да ты задолбал уже, а? Ну какой от тебя толк? Короче, вот кольцо, будешь его нести. Только ни в коем случае не вздумай его надевать. А что будет? Так я не понял, а что он не исчез? Дедушка, дедушка, реально, а что ты не исчез? По легенде, все, кто надевает кольцо, становятся невидимыми. Ну, понимаешь, существует небольшой весовой барьер. Ну, неважно, смотрим дальше. Обалдеть! Теперь кольцо всевластия несет овал беспомощности. Моя голова! По-моему, это Саурон! А по-моему, это самогон. Вам и не пьянеют, много не пьянеют. Так, друзья, нам не стоит отвлекаться. Нам осталось пройти темный лес и победить... Голод! Кстати, Гендальф, давно не ели. Ладно, я же волшебник. Вильне дупло замовляйте, будь ласка. Так, мне, пожалуйста, картошку по-эльфийски. Хоббит Макнаггетс. И единорол. Пирожок, брат, и будет? Пирожки, да. Обожаю их пирожки. Воу-воу-воу, Гендальф, слушай, а с чем эти пирожки, что тебя так колбасит? Отдай мне! Ну? И шо? Деда, деда, деда! Сейчас, 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 сейчас! Фигня какая-то! Деда! Дедушка! Пирожки вспомнил! Давай, рассказывай, что там дальше. Так, что было дальше? Так, это закладочка. И зашли они в темный лес, и наступила темная ночь. Так, тихо, друзья! Здесь водятся темные эльфы. Темные эльфы! Опа! Бодрячком, бодрячком! Я знаю, что делать. Давай семки. Теперь у нас полчаса в запасе. Дедушка, а что это за такие темные эльфы? Ну, темные эльфы жили в темном лесу, зато правила ими прекрасная, утонченная королева эльфов. Йоу, вы кто такие? Мы братство кольца, ты пропустишь нас, великая королева? Мне 375 лет, в таком возрасте женщина мужчину не пропустит. Стража! Труби в рог Гондора! Мы в засаду! Взять их! Господи! Господи! Нужен телефон! Нужно быстрее! Нужно быстрее! Удалить из друзей! Гэндальф, гном, эльф! Деда! Ну заснул, дедушка! Устал я, может, а ты спать уже пойдешь? Ну давай, рассказывай, что там было дальше с кольцом? Что было дальше с кольцом?
И стояли они на краю огнедышащей пропасти. А ты? А я чуть дальше. Ну вот мы и на месте. Давай золотое кольцо. Да не то кольцо! Кольцо всевластия! Беда! Подожди, получается, кольцо не будет уничтожено, и добро не победит зло? Выход есть! Я сделаю это сам! Прощайте, друзья! Слышишь, а давай скажем, что это ты кольцо сбросил. Боже, как тут жарко! Дедушка, так получается, это ты уничтожил кольцо? Получается, да. И что, зло теперь тоже уничтожено? Да нет, со злом небольшая заминочка. Телефончик есть у тебя? Да. Помнишь око Мордора? Оно. Вот, теперь отдаляем. Вот это зло, знай, тебе осталось. А как его уничтожить, не знает никто. Друзья, что мы хотели сказать нашим выступлением? Неважно, как в жизни сложится история... Воу-воу, секундочку. Дайте мне наедине с собой побыть, что ли. Сергей. Сергей Анатольевич. Серега, а может, ты мне на будущее дашь какой-нибудь совет? А вот представьте теперь, что вы встретили себя маленького. Вы знаете, какой совет себе дать? Но у нас же Лига Смеха. В 2015 году будешь сидеть в жюри на Лиге Смеха. Выбирай Манхэттен. Не ошибешься! Полтава! Ровно Манхэттен и тренер Сергей Анатольевич Сивоков. Ваши аплодисменты, уважаемые члены жюри. Как вообще выступление? Неплохое. Ну, послушаем ваши комментарии. Пока 30-секундный коридор. Время пошло. Пожалуйста, ваши оценки. Алексей Потапенко, 1 балл. Юрий Горбунов, 2 балла. Пока 2 балла. Ребята, пока 2. Леша, встань, ты встал. Или ты назад берешь? Нет. 2 балла. Время заканчивается. Уважаемые друзья, 2 балла. 2 балла. Последние секунды. Последние секунды. Лирник, 3 балла. 3 балла. Последние секунды. Елена Кравец. Успела? Успела? Успела. 4 балла. 4 балла. Спасибо вам большое. Аплодисменты сборной. Сергей Анатольевич, вам спасибо. Вначале как-то все хорошо пошло, потом чуть хуже. Но это сцена, это тоже фарт. Небольшая информация. Я анонсировал, что в некоторых городах нашей страны, мы надеемся, что с каждым годом этих городов и этих региональных лиг будет все больше и больше, но уже некоторые появились. Замечательно работают региональные лиги смеха в городе Киев, в Одессе, в Ровно, в Днепропетровске. И в Харькове. Итак, дорогие друзья, в жанре кино, а именно в жанре историческое большое кино, завершают наш первый обязательный конкурс «Любимый город Харьков». Тренер Леша Потапенко. Внимание на экран. Вы вообще разбираетесь в девушках? Я разбираюсь. Девушка. Мужчина.
Девушка. Так, перестань! Очень игровые и смешные. И у них дура есть, от дуры то, что мне нравится. Там интересный фронтмен, там прекрасный Потап, который реально на фоне этих ребят очень здорово смотрелся с точки зрения актерского мастерства. Потап, як тренер, ясне діло, що ми вводні люди в номера. В мене склалося тоді враження, що в деяких номерах Потап був сильніший, ніж команда. На батлах вони були чудові, на батлах вони старалися, і ясно було, що команда, яка попадає на грань, вона відкриває друге дихання. Коли йому прострілили ногу, він протягнув її до кінця. Тобто він не забув, що в початку візитки вона була прострілена, а потім, ну, вже можна і так дійти за куліси. Ну, всі ж вже, типу, забули. Ні, він тягнув її до кінця, мене це взагалі, ну, просто я внутрішньо, ну, я аплодувала там стоя. Ребят, я, честно говоря, я не хочу обсуждать ваши костюмы, потому что как только я начну об этом говорить, что это действительно ваша одежда, вы в ней пришли, я думаю, зал будет аплодировать. Сейчас все увидят, много сюрпризов. Один только вопрос. Как ощущение завершать первый конкурс? Сложно или просто? Абсолютно не сложно. Мы готовы на все 100%, тем более Потап уже носочки одел, кроссовочки, значит, готов. Наконец-то он оделся, да? Ребят, кого будете благодарить? Слово «мушкетер», сказала дама. Мы хотим поблагодарить за поддержку и помощь Александра Фельмана и, соответственно, Фельмана Экопарк за поддержку, помощь и, собственно говоря, за хороших, милых животных. Кто не знает старика Фельмана? Да практически никто, но теперь-то все знают. Там тигренок просто маленький новый родился, мы поэтому так... Важная информация. Да. Родился маленький тигренок. Господин Фельдман, нужны деньги для тигренка. Лига смеха ищет спонсора. А, еще... Мы тоже можем рычать, как тигрята, Фельдман. Ребят, порвите зал. Удачи. Да. Вперед. Оп! Здравствуйте, друзья! Перед вами любимый город. Наша тема – историческое кино. Но так сложилось, что у каждого члена команды свой любимый исторический фильм. Поэтому произошел конфликт. Да нет никакого конфликта, я вас умоляю, что вы как я не знаю. Можешь помолчать? Пацаны, поймите, мы сейчас должны показать реальную историю. Историю? Тогда давайте отправимся за подвесками в Англию! Ну, в Англию так в Англию, я, в принципе, согласен. А потом обратно во Францию! Во Францию меня устраивает любая европейская страна. Помолчите! Сейчас нам нужно показать исторические факты. А что мы в таком виде можем показать? Ну, я вам в таком виде точно ничего показывать не буду. О, Яночка, ты бы помолчала, ты тоже далеко не святая. И вообще, что ты так вырядилась? У тебя хоть что-нибудь общее с церковью есть? Да, рейндж-ровер. Да как ты с девушкой разговариваешь? О, это ты типа страшную подругу с собой привела? Вообще-то я Уильям Уоллес, храброе сердце! Ты больная печень, у тебя лицо уже синеет, угомонись, мужик! Я извиняюсь, а от кого луком несет? Это, походу, от меня. О, Робин Гуд! А вы тут какими судьбами? Я, как всегда, забираю еду у богатых и раздаю ее бедным. А, понятно. Ты хоть себе что-нибудь оставляют, он уже колготочки с детского сада свисает. Какой кошмар! Вот куда подевались нежные, ласковые, милые мужчины? Они с другими мужчинами. Барин! 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 Здрав буди, бояре! Знакомьтесь, ребят, старорусский холоп Прошка. Да. Ну, рассказывай, Прошка, чё пришел? А там на деревне кто-то всех баб перепортил. Кто? Прошка? Я Прошка. Да не ты Прошка. Как не Прошка? Да ты Прошка, кто баб попортил? А он попортил. Блин, пацаны, Wi-Fi пропал. О, появился. Мужик, антенку не трогай. Ладно, если чё, я на колокольне. Давай, когда дойдешь, позвони. Пацаны. Ну что опять происходит? Ну каждый раз одно и то же. Это ты сейчас про цифры на своих весах? Да ты достал уже. Соберитесь, ребята. Вы понимаете, что мы сейчас должны показать лучший исторический фильм? Потому что я тут краем уха слышал. Это Ван Гог краем уха слышал. Ты посмотри, а. Ха,
Брошка решил не звонить, бомжа скинул. О, Атос воскрес! Воистину воскрес. Да перестаньте! Я выиграл! Пацаны, вы понимаете, что таким поведением вы показываете неуважение к украинской культуре? Между прочим, в Японии чтят украинскую культуру. Где-то в провинции Цюань. Охайо, годзаймас, кудо, сан! Здравствуйте, маленькие самураи. Здравствуй, усатая гейша. Зачем вы пришли в мой дом? Мы хотели сделать суши, но у нас есть только рис. Но я не отдам вам рыбу. Тогда и рис нам не нужен. Щедрик ведрик. Дайте варенек. А все, перестаньте! Пацаны, пацаны, угомонитесь! Вы можете наконец-то показать нормальный исторический фильм! Готовьтесь, я объявлю! Друзья! Все мы знаем историю про 300 спартанцев. Но никто не знает, что на самом деле их было 306. Итак, царь Леонид в ущелье перед битвой. Твою мать! Что за подкрепление? Вы как воевать собрались вообще? С Божьей помощью? Хорошо, что крест взяли с тобой. Будет кому отпевать. Ребята, это же не фломастеры, это война! Война? Это не твоя война, брат! О, слава Богу. Боже мой, да вы же абсолютно бесполезные при военных действиях. Ты вот ты! Ты что умеешь делать? Ну я с 300 метров попадаю белке в глаз. Ага, если нас будут нападать белки, ты пригодишься. Но на нас нападают перцы! Я знаю, как с ними разобраться! Где они? Где скоты? Опа! Да что мы их боимся? Сколько у нас шпаг? 4! Сколько у нас мушкетов? 4! А во сколько мы нападем? 4. Заткнитесь! Заткнитесь, пожалуйста! Это бред какой-то! Царь Леонид, а какое у вас отчество? Аркадьевич. Как совпало! Леонид Аркадьевич, вам тут моя бабушка огурчики солененькие передала! Какие огурчики? Объявляю боевое построение! Спартанцы! На нас идут перцы! На нашу родину! В наши дома! Будут портить наших женщин! И что мы им ответим на это? А можно с вами? Спартанцы! Не щадя живота! Вперед! В атаку! За мной! В принципе, его выбор. Нормальный был мужик. Ну, да. Ну что ж, друзья, продолжим. Еще один немаловажный исторический факт – это, конечно же, украинские казаки. Про них снято немало фильмов, но мы вам представляем еще один. Итак, «Один день життя Запорізької Січі». Капец, скучно! Может, опять турецкому султану напишем? Точно! А давай напишем! Нет, все. Пацаны, не надо, не пишите! Я напишу! Напиши ему первым! Я напишу, пишу! Все, написал! Давай смайлик поставим! Все, отправляю! Нет, а что ты ему там написал? Ну, там кальян заказал, шаурму, джинсы пусть привезет. Нормально же. Ответ! Ну, давай. Тут на турецком написано. Ну, давай, я прочитаю. Давай. Кешельпаля, бачекесельпальмина, вартарана. Поняли, Зидини, Наташа, Алексей, Фадеда. И если вы еще раз приедете к нам в Турцию, то вам капец. Ой, господи, да пусть забирает свои джинсы обратно. Ну что ты психуешь? Прибыла императрица Екатерина II.
Опачки, очки, тапочки, казачки, идите к мамочке. Я опоздала? Что я пропустила? Судя по запаху, пару баночек пива. Казацкое хамство мне. Руки убери. Ты чё вообще приехала? У меня новости. Вот ваша Запорожская сечь, да, была, а теперь моя точка. Я тебе больше скажу. Если ты сейчас отсюда не уйдешь, это будет твоя пятая точка. Ладно, казаки, забудем старые обиды, впереди новые. А это правда, что ты в слове «еще» допускаешь 4 ошибки? А ты сейчас со мной как с Потапом или как с Екатериной говоришь? Мужики, до чего мы с ней разговариваем? Просто выгнать ее с сечи, и все! Выгнать! Какие сильные парни! Останетесь со мной, разрешу вам бить женщин. Ура, у нас будут женщины! Мамы! Мужики, останетесь со мной, и я больше не буду лупить вас плетью! Останетесь со мной, я буду лупить вас плетью, да, но еще сильнее. Тихо. Ладно. Останетесь со мной, и я разрешу вам грабить товарные обозы. Мы будем таможенниками. Ладно. Мужики, останетесь со мной, и я каждый день разрешу беспробудно пить и заниматься похотью. Меня это устраивает. Я извиняюсь. А вот сейчас вы сюда как Потап или как Екатерина пришли? Значит так, казаки, просто подчинитесь мне и все. Да что мы, казаки, свободный народ, будем подчиняться какой-то там бабе. Не бывать этому. В атаку! Друзья, все мы прекрасно знаем, чем закончилась история Екатерины II и украинских казаков. К сожалению, как и в любом споре между мужчиной и женщиной, последнее слово было за Екатериной. Это он сейчас по сценарию меня кусает? Ну так снимите с меня, вон как-то заразно. Друзья, мы вам показали моменты из истории, в которых кто-то сильный и дерзкий пытался захватить свободный народ. К сожалению, изменить историю мы не в силах. Но надеемся, что наше поколение проживет так, чтобы когда-то и про нас сняли исторический фильм со счастливым концом. Было бы прикольным жить, быть всегда довольным. Было бы прикольным с неволи стать свободным. Это сказал не я. Это не мы сказали. До этого для нас свободные написали. Иван Мазепа, Шевченко, Богдан Хмельницкий. На этих улицах из школы и больницы. Лена Костенко, Люб Кадерыш, они не одни. Это герои нашего времени. И нет истории прекрасней на белом свете. Истории отцов передадутся нашим детям. Ни англичане, ни французы, ни масоны, ни немцы не напишут историю, что живет в нашем сердце. На украинском языке или украинскую мову напишем разом нашу историю. Мы є, и у нас мета єдина, сказати на весь світ. Хай живе Україна! Ukraine, put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Любимый город для любимых людей. Добавить нечего, мне кажется, но сегодня у вас новый статус, вы любимый город не только Харькова, но и любимый город Днепропетровска. Ваши аплодисменты харьковчанам и уважаемые члены жюри, все расплылись в креслах с улыбками, это хорошо, но вам все решать, время для оценок пошло, пожалуйста. 1 балл, Сергей Анатольевич Чувоха, Горбунов, Ласточкин, 3 балла. Что вы совещаетесь? Что вам трудно или что? Лена, Антон, не сбив, 4 балла. Антон, 4 балла. 4 балла. Антон, 4 балла. 4 балла. Давайте поаплодируем замечательному выступлению.
Прекрасное выступление. 4 балла. Хорошая очень оценка. Антон Лирник, тебе слово. Во-первых, друзья, я против, чтобы недостаток юмора подменяли патриотизмом. Это Лига смеха. Это веселая, смешная игра. Во-вторых, друзья, ну нас тут команду трио разное обвинили в том, что мы не показали кино. Вы показали тоже какую-то очень странную кашу. Зачем вы показывали первый кусок про Гитлера и эту монашку? Лена, неси уколы. Почему вы не показали просто интересную историю из жизни казаков? Спасибо большое. Замечания ваши услышаны, учтены, не учтены. Это, ребята, мы решать. Под ваши аплодисменты я хочу пригласить на сцену все команды, ребят. Как я, собственно говоря, как мы, все ребята, которые готовят эту программу, говорили, что команда, которая наберет наименьшее количество баллов, будет сражаться с другой такой же командой. В батле мы думали 2-3 команды. Тут, знаете, мне и не нужна никакая турнирная таблица. Во второй конкурс прошел Тернопиль. 4 команды будут участвовать сейчас в батле. Мы заранее раздали, конечно же, задание нашим командам. Будет стендап. Мы его назвали киносценарий. Итак, будем оценивать команды по очереди. В стендапе участвует один человек. Это обязательное правило. Итак, Юра, Лена, внимание, вы оцениваете. Каждый из вас будет иметь только один балл, который он отдаст той или иной команде. Так получится. Если ничья, вы издеваетесь, хотите еще один баттл? Уважаемые команды, извините, хоть раз к ним лицом повернусь. Уважаемые команды, кто начнет? Вот это смелые. Думаю, вам зачтется. Итак, стендап, 2 минуты, киносценарий от команды «Трио разный» и ведущий. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Если бы мы снимали фильм, мы бы сняли фильм о женщине за рулем. Ну, вы поняли, фильм ужасов. Главной героиней фильма стала бы я, потому что только недавно я получила права. И у меня на это ушло целых 3 года. То есть можно сказать, что у меня был такой себе автомобильный декрет. Наш фильм был бы малобюджетный, всего лишь на 3 сцены, потому что как бы на больше не хватило бы бензина. Массовкой стали бы обычные пешеходы, ну и, соответственно, кровь в фильме тоже была бы настоящая. На главную роль меня бы утвердили без проблем. Просто понимаете, я идеальный водитель для Поля. Там, где есть только я и подсолнухи, мне прям нет равных. Даже кроты при виде моей машины вылазят из своих нор и уходят назад в лес. И как бы правильно делают, потому что на данный момент я являюсь единственным человеком в области, которому удалось организовать ДТП в Поле. Как и у каждого главного героя в фильме, у меня были бы друзья, которые постоянно лезут со своими советами. Типа, первое время надо поездить с опытным водителем. Просто мне эти советы ни к чему. Я обычно езжу одна. Потому что как бы я не хочу брать на себя ответственность за смерть другого человека. Тем более опытного водителя. Зрители ждут неожиданные повороты. Потому что, как это ни странно, меня еще ни разу не останавливал гаишник. Поэтому я как-то со страхом жду этого первого раза. Знаете, очень надеюсь, что это будет как-то по-особенному, не по пьяни. Просто мне главное знать, что для него это будет так же важно, как и для меня. Не хотелось бы потом жалеть, что не для того мужчины ты открыла свой бардачок. Ну и в конце фильма зрители поймут, что наш фильм «Женщина за рулем» на самом деле никакой не фильм ужасов. Ведь только самые внимательные заметят, что у женщины в машине на торпеде обычно стоит косметичка, а у мужчин иконки. Вот и думайте, кто как себя оценит как водитель. Спасибо. Спасибо большое за ваше выступление. Ну, кто будет там? Близнецы, пожалуйста. Спасибо. Друзья, знаете, вот я женат и заметил, что «Семейная жизнь» — это тот же самый фильм, только сценарий которого вобрал в себя все жанры кинематографа. Ну вот согласитесь, «Отношения до свадьбы» — это трейлер. В него входят самые яркие эпизоды с фильма, которые потом себя вообще не оправдывают. Знакомство с ее родителями — это ужасы. Продолжение ужасов — это когда вы начинаете у родителей жить. Знаете, причем главный режиссер этих ужасов — ее мама. Она же главный сценарист, она же голос за кадром.
Она же, что за дрыщ с тобой приперся? Знаете, первый секс, как бы вы думали, это комедия. Вот у меня жена вообще бухгалтер. И я очень сильно удивился, когда после секса она у меня попросила не сигарету, а акт выполненных работ. Знаете, бывает, когда приходит она домой и говорит: «Дорогой, я купила тебе пиво, можешь посидеть, посмотреть футбол?» И ты думаешь: «Вот, фантастика». Потом утром спускаешься в гараж, смотришь на вмятину в левом крыле автомобиля и понимаешь, что фантастику сейчас будет поглощать боевик. Вот. Еще мне не нравятся вот эти вот элементы детектива в этом фильме. У моих вещей появилось свое место. Человек давно женат. Когда-то собираюсь, говорю: «Настя, я тороплюсь, где мой зонтик?» На месте. У меня в этот момент картина в голове, как у нас квартира горит. Я бегаю, говорю: «Настя, где огнетушитель?» Она говорит: «На месте». И мы вдвоем стоим и тупо смотрим, как догорает наш дом. Вот, знаете, конечно же, к концу фильма все меньше постельных сцен. У тебя закрадывается вопрос, а не появился ли у тебя дублер? Но, знаете, самое главное, чтобы досмотреть этот фильм до конца, у вас, у обоих, должен появиться совместный маленький Оскар. Спасибо Манхэттену. Это был стендап от сборной Полтавы Ровно. Пожалуйста. Здравствуйте всем еще раз. Итак, начнем. Когда я садился писать сценарий, я долго думал, о чем писать. Сначала я хотел сценарий описать свою жизнь. Ведь в ней есть все. И комедия, и боевик, и эротика. И это только мой выпускной. Но потом я подумал, что фильм должен заинтересовать всех, а не только меня, маму и правоохранительные органы. Поэтому я решил сделать ремейк на фильм «Гарри Поттер». Ну, потому что больше всех он похож на украинские реалии. Посудите сами. Главный герой у нас есть. Гарри Поттер. А то, что он владеет магией, я сразу понял, когда увидел, как на своей инаугурации он взглядом повалил солдата Нацгвардии. У моего Гарри Поттера тоже есть так называемая волшебная шоколадная палочка, которая его будет выручать в тяжелых ситуациях, которую он никогда ни за что не продаст, как бы и не обещал. По сюжету весь фильм Гарри Поттер пытается вступить в тайную европейскую комнату. А сделать это ему мешает главный враг – Волан-де-Мор Волан-де-Морович. Правда, есть одно отличие. Если в оригинале фильма герои с ним борются, у нас пока про него только поют. И еще мешать Гарри Поттеру будет женщина, занимающаяся темной магией. Ну, потому что белой магией такой курс доллара точно не назовешь. В оригинале Гарри Поттер побеждает зло. Но давайте не забывать, что Гарри Поттер — это фантастика. Я же надеюсь, что по моему сценарию снимут документальный фильм. Спасибо. Спасибо харьковчанам. Ну и завершает наш баттл Одесса де Ришелье. Пожалуйста. Друзья, мы считаем, что в нашей стране сценарий должен читать тот, кто его пишет. Итак, встречайте, Игорь Валерьевич Коломойский. Сидите, сидите. Вы спросите, зачем я к вам пришел? На вас посмотреть. Когда еще будет такой шанс засветиться в эфире на 1+1? Вы знаете, когда меня уволили с поста губернатора, я понял, что стало реально скучно. И я решил снять автобиографический фильм. Любой сценарий начинается с действующих лиц. В моем фильме будут такие персонажи. Я и люди, которые думают, что они что-то решают. Итак, сценарий. Я родился в обычной семье, поэтому первые мои слова были:
батя, ты вообще собираешься как-то крутиться в этой жизни? В детстве я очень любил играть в пекаря. Принцип игры простой. Нужно палкой попасть в банки соперника. Кстати, это умение попадать в банки мне очень пригодилось в последующей жизни. А пока все играли в футбол, я играл в монополию. Да, и выиграл. Знаете, однажды ко мне подошла моя мама и говорит: «Игорь, одолжи 20 гривен». В этот момент я понял, что стал взрослым. Друзья, а кто это у нас сегодня в жюри сидит? 23.09, 16.18, 19.38. Вы извините, я просто людей по паролям от карточек запоминаю. Друзья, ну и в конце. Многие говорят: «Игорь, ты такой молодец! Игорь, ты столько всего сделал!» Ну как многие? Все! А те, кто думают по-другому, смотрят Интер. Спасибо! Уважаемые члены жюри, вам нужно будет определить команду, которая не попадает во второй конкурс. Можем посовещаться? Ну, с Юрой. Да, вы можете посовещаться. Благо вы рядом сидите. Юра сейчас на коленях. Да, пожалуйста, Леш, пожалуйста, можно поговорить. Пожалуйста. Я вот сейчас смотрю на вас, ребята, я так за вас переживаю, за всех. И сейчас вот понимаю, что мы все пошли на поводу у Лирныка, который устроил Катавасию. Сейчас какая-то хорошая команда уйдет. Просто сейчас бы не было твоей команды, была бы та же самая Катавасия. Я бы сидел сейчас на месте Лены и вообще делал вид, что я там что-то понимаю. Мальчики, не ссорьтесь, вы что-то по делу давайте. Да, я к тому, что мне, ребят, вы все молодцы. Все знаете, молодцы, я вам браво, вы молодцы. Леночка, Леночка. Да, мы решили. Кто мы решили? Кто встает и кто говорит? Смотрите, если будет разное мнение, будет еще один батл. Я вас предупреждаю. Ну, мы поэтому и... Давай, Леночка, кто по-твоему вот, ощущению? Нет, мы... А вместе? Да, мы вместе решили, что кто? Остается. Остается? Остается. Нет, что остается? Уходит. Ну, по-любому ну, остается по-любому Игорь остается. Валерьевич, по-любому. О, он в финале уже. Да. И девочки за рулем. Девочки идут дальше. Идут дальше во второй конкурс. Этого мало. Кто еще идет дальше? Ну и мы решили, что еще две команды, еще один батл. Между Манхэттен и мой город. Сейчас, внимание, решаются судьбы. Участвует сборная Полтава-Ровно и харьковчане. Три вопроса из зала, любые, на которые в обычной стандартной разминке ответят две команды. На три вопроса. Импровизация настоящая. Ребята, пожалуйста, все команды, не помогайте, все честно. Три вопроса из зала, да? Пожалуйста. Юра вот передаст микрофончик. Вот, вот, Юра пошел в народ. Хорошо. Вот, девушка, пожалуйста. Вот, здравствуйте. Давайте поздороваемся. Как вас зовут? Светлана. Прекрасно. А теперь вы задайте вопрос. Скажите, ребята, когда вы слышите словосочетание «надо ждать», вы ждете или даете? Ничего себе, люди подготовлены. Днепропетровчане. Это вопрос из Одессы, уточняют. Пожалуйста, одесситы, повторите вопрос, пожалуйста. Итак, повторите вопрос. Когда вы слышите словосочетание «надо ждать», вы ждете или даете? Мужика тебе надо. Спасибо вам большое. Как вам комплимент? Сомнительный, да? Ну, неплохо. Так, харьковчане, давайте. Когда вы слышите словосочетание «надо ждать», вы ждете или даете? Женщина, ну вы и даете. Спасибо большое. Друзья, второй вопрос. Вопрос. Ребята, я сюда приехал с Гадяча за 125 гривен. Назад я еду за 127. В чем разница? Вот это! Повторите, будь ласка, вопрос. Будь ласка. Итак, повторяйте, будь ласка. Ребята,
так получилось, что я с Гадяча приехал за 125 гривен, а еду туда за 127. В чем разница? Дружище, главное не на Гадяч в Днепропетровске. Повторите, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Ребята, с Гадяча сюда я приехал за 125 гривен, а еду за 127. В чем разница? Просто Игорь Валерьевич тут свой процент берет. Спасибо. Спасибо большое. Третий, финальный вопрос. Пожалуйста. Все в детстве мечтали иметь волшебную палочку. А если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы сейчас загадали? Тьма ластетика. Ребята, в общем, тут консультируются. Надо же найти такие слова, чтобы детей не обижать. Вопросы у вас такие с намеками. Так, да, пожалуйста. Да, поехали. Девочка, да. Все в детстве мечтали иметь волшебную палочку. А если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы сейчас загадали? Я бы хотел такой же прикольный голос. Спасибо большое. Если можно, повторите вопрос. Все в детстве мечтали иметь волшебную палочку. А если бы у вас была волшебная палочка, какое желание вы бы загадали? Пин-код от карты Коломойского. Спасибо. Юрий Горбунов, спасибо тебе за помощь, возвращайся. Ну что, друзья, все, батлов больше не будет, Лена, Юра, все. Это же не веселые старты, да. Лена, Юра, пожалуйста. Все просто, дальше не проходит. Одна из замечательных команд. Юра, решай. Юрий Горбунов говорит финальный результат, пожалуйста, Юр. Нет, давайте я скажу, кто проходит дальше, лучше так. А Лена кто не проходит? Лена вообще уже не будет говорить. Это все. Из-за чего у нас с Леной, собственно, история. Мне больше понравился Харьков. Так. И, соответственно, я Лене мотивирую... Все понятно. Лене больше понравилась сборная. Да. Понял. Что делать? И на этом вот после всего, после Гадяча, после девочки, все, ничего не поменялось. Значит, смотрите, я предлагаю, сейчас давайте... Итак, мы решили. Итак, кто не проходит? Вставай, хором будем. Не проходит. Не проходит. Дальше. Манхэттен. Манхэттен. Дорогие друзья. Дорогие друзья, прежде всего... Ваши аплодисменты сборной Полтава ровно Манхэттен. Это игра. Это игра, господа. Это жизнь. Я хочу, чтобы мы очень громко поаплодировали, потому что, напоминаю, проигравших у нас нет. Ребята, сборная Полтава ровно, к сожалению, не будут участвовать во втором конкурсе, они становятся почетными зрителями. Ребята, спасибо вам большое. Вы молодцы, мы вас провожаем в зал. Спасибо. Спасибо, молодцы, ребят, молодцы. Сильный, как любовь, и все будет добре. Для кожного из нас. Дорогие друзья, команды готовятся ко второму конкурсу. Всех поздравляем, соберитесь вперед. Второй конкурс будет очень быстрый. Задание было на любой существующий фильм, на любой несуществующий фильм подготовить саундтрек. Один музыкальный номер. Уважаемые члены жюри, тренеры не участвуют в этом конкурсе, а только объявляют этот конкурс, представляют свою команду. Итак, саундтрек «Дерешелье Одесса». Встречайте. Друзья, честно говоря, я не знал, что до такого прям дойдет, что моя команда окажется здесь. Думал, они раньше слетят. Ты все уже делал для этого. Вот они приходят ко мне и говорят, нам нужен саундтрек к фильму. Ну что, я им включил этот «Титаник» в обратной перемотке. Говорю, вот, пишите. Написали.
Итак, саундтрек к фильму «Титаник» в обратной перемотке. Джек вылазил из водички к своей синенькой подружке. Вместе на фанеру жальне забрались. Клей-момент был влагостойким, и корабль починился. Вечеринка была супер, хоть застрелись. Оле, оле! Все купались в море. Оле, оле! Капитан ворует рыб. Оле, оле! Все ребята в сборе. Оле, оле! Но кому-то хватит пить. Сделал с топора наручник. Очень странное решение. В это время судно айсберг починил. Паренек кричит полундра и уходит делать кофе. Кавалер на тусу даму подвозил. Оле, оле! Конкурсы на море. Оле, оле! Просто постоим крестом. Оле, оле! Мы не знаем горя. Оле, оле! Не касайся меня ртом. Чики-варум прошел успешно. Даже следа не осталось. Роза быстро одевалась. Джек молчал. Он стирал ее картину. Жаль, что не было резинки. И пошли лунной походкой на причал. Оле, оле! Роза на приколе. Оле, оле! Твой мужик обычный вор. Оле, оле! Это не серьезно. Оле, оле! За это будешь за бортом. От обиды отвернувшись, возвратила в порт корабль. Люди хлопали, не зная сути всей. Джек унесся играть в карты, выставив на кон билетик. Другу рассказал секретик про ночь с ней. Оле, оле! Роза вспоминала. Оле, оле! Это через 70 лет. Оле, оле! Фестиваль истории. Оле, оле! Вот такой простой сюжет. Оле, оле! Оскар отнимали. Оле, оле! Все 11 наград. Оле, оле! Джеймсу обломали. Оле, оле! А Ди Каприо был рад. Оле, оле! Друзья, смотрите на вещи с другой стороны. Команда «De Richelieu», спасибо. Я напоминаю, что за свою команду не может голосовать только свой тренер. Так что, очень, господин Ласточкин, отдыхайте. А у вас, уважаемые члены жюри, есть все те же 30 секунд. Время пошло. Лирник – 1 балл. Сергей Анатольевич Сивоха – 2 балла. Время – 2 балла. Алексей Потапенко – 3 балла. Раз, два, три. Считанные секунды. Елена Кравец сидит, Юрий Горбунов сидит. Мужчины стоят. Никто не встает. Время заканчивается. Ребята, быстрее думайте. Юрий Горбунов. 4 балла. 4 балла. И все. Время вышло. 4 балла. Одесса, поздравляю. Удачи. Оля, Оля, это несерьезно. Снова готовимся к батлу. Леночка, ну давай, прокомментируй. Не потрясло? Я, честное слово, я... так устала принимать судьбоносное решение. Можно я не буду объяснять сейчас причину твоего поступка? Можно, можно, можно. А и главный закон, знаешь, чтобы ничего не объяснять, вставай, если что. Нет. Я шучу, 4 балла Одессе, спасибо большое. Продолжаем. Итак, саундтрек, друзья, встречайте, трио разные и ведущий, город Киев. Знаете, снято множество фильмов, в которых влюбленным что-то мешает. Семья против, общество против или девушка слишком стрёмная. Трио разные придумали фильм, в котором героям мешают действительно реальные сложности. Я не представляю вам, вашему вниманию, саундтрек к этому фильму. Ooh,
всем, кто понял, что любви не страшны никакие преграды, посвящается. Камон! Ей было где-то 33, точнее 35, честнее 37. Она устала принца ждать, не от кого рожать, расстроилась совсем. Она работала в тюрьме, мужской колонии. Трудягою была большой, не была ханжой, работала с душой. А ну-ка, гнида, падла, крыса, положи кастет. За точку брось, а то сейчас достану пистолет. Трой лучше пол сопля, ты больше, Вася, не блатной. Все, заткнулись, все, отбой. За воротами тюрьмы, за воротами тюрьмы. Людмила, вверх, тухай. Она ждет ночи и дни, она ждет лишь самой искренней любви. Ну хотя бы легкий флирт. За воротами тюрьмы, за воротами тюрьмы. Людмила, вверх, тухай. Она ждет ночи и дни, она ждет лишь самой искренней любви. А как-то камеры шмонала, на хлебный мякиш стала и больно-то упала. Так прям на ковчик. И тут он руку ей подал, за талию поднял, с подошвы мякиш снял. Не скажешь, что пахан. Рукой погладил ей виски, надел на нос очки, вернулся мыть толчки. И тут у них все закрутилось, ее сердце забилось, смотрящая влюбилась. Прямо себе на купола ее лицо набил и вдоль колючей проволоки ее гулять водил. А ночью он наждачкой нос экрана подпилил и кольцо ей подарил. За воротами тюрьмы, за воротами тюрьмы там живет любовь. Вместе счастливы они, сколько счастья, столько счастья и любви. Смотрящая я и зэк, а утром был тюремный шмон. Все с камер вышли вон, не вышел только он. Увидеть бы его глаза, но камера пуста, одни лишь образа. Она везде его искала, матрасы подымала и корешей пытала. Так ножичком. Прошло так очень много дней, и вдруг трамвай с ней столкнулся у дверей. Валера Гнида, где ты был? Я же тебя искала. Тебе ночами напролет малявы я писала. Признался мне в любви, ну а потом с утра пропал. В чем дело? А он молчал. Неужто тебя напугал наш предстоящий брак? Помнишь, тебя на зоне защитила от собак? Пускай теперь без пальца я вынесла урок. Кольцо не надо, если любишь. Не в свадьбе дело. Прости, я отмотал свой срок. У трамвайных у дверей, у трамвайных у дверей разбили сердце ей. Но у трамвайных у дверей, у трамвайных вдруг пришла идея ей повесить на него глухарь. За воротами тюрьмы, тюрьмы. Сидит снова он. Еще вместе 20 лет они будут вместе счастливы они. Смотрящая и зэк, любви не страшны никакие преграды. А иногда именно преграды рождают новую любовь. Берегите любовь, как общак своего сердца. Саундтрек фильму, производство «Трио разные ведущие», вот и ведущий, но воевали трио разные. А я видел, как ведущий очень сильно волновался, еще непонятно, у кого сердце стучало быстрее. Ну, уважаемые жюри, 30 секунд. Поехали! Сергей Анатольевич Сивоха, Елена Кровец, Игорь Ласточкин, 3 балла, Юрий Горбунов, 4 балла. 4 балла. Потап, что, чувствуешь конкуренцию, рэпчик, да? Раз, два, три. Он не может, он их тренит. 4 балла. 5 баллов, 5 баллов, 5 баллов. 5 баллов ровно. Мне нравится, вы знаете, мне нравятся люди, которые знают четко наши правила. Лирник, вставай. Молодцы, ребят. Тем не менее, спасибо, мы чувствуем вашу поддержку. Девочки, я вас поздравляю. Молодцы. Ваши бурные аплодисменты. Почему? В первый в нашем сезоне, в первый полуфинал попадают первые полуфиналисты. Трио разные и ведущие. Браво! Спасибо большое. Молодцы! Нет радости. Шок. Мы едем на полуфинал домой. У меня сердце чуть не остановилось. Да, сейчас, слава богу. Мы продолжаем. Впереди саундтрек. Внимание, встречайте любимый город. Город Харьков. Дамы и господа, современное телевидение – это сплошной кошмар и жесть.
Так бы хотелось, чтобы все было добрее, чтобы могли смотреть дети, а мне, как не мне, знать, что хотят смотреть дети. Вот ребята попросили объявить их. Ребята, объявляю. Саундтрек к самому доброму фильму ужасов. Смотрите. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. Шо, астма прошла? И повторять. Шо, астма прошла? Тебе лишь одно. Одно, не два, а три. Знаешь ли ты, как долго тебя искал, гнался я по лесу, зайчика испугал. Сердце твое теперь в моих руках. Не потеряй его. Не капай на кровать. Знаешь ли ты, женой хочу я быть, мне ли не знать, как мозги пилить. Тоже хочу семью и хочу детей. Вот мое сердце. Не капай на постель. Я тебе сколько раз уже говорил. Я разорву петлю и убегу в окно! Хотя они меня связали, чтобы мне было тепло. Спасибо! И пусть случайно мое имя вслух произнесет. Я найду тебя, Евгений! Как военком! Как военком! Мой адрес помни! Улица Ленина, 79, я все помню! Здравия желаю! Вы вообще в курсе, что тут люди живут? Да что вы смеетесь? Вы понимаете, что вы нормальным людям жить не даете? А ты? И я! И он! Не будет рубить бензопилой, ведь бензин нынче дорогой. Ему надоело во сне всех убивать. Люди, поймите, я тоже хочу поспать. Мы же хотим нормальными тоже быть, не издеваться, людям добро дарить, спать спокойно, тихо, мирно жить. А как же тогда со злом? А зло будет бдить. Друзья, в большинстве фильмов добро побеждает зло. Мы же считаем, что зло нужно не побеждать, а перевоспитывать. Любимый город для любимых людей. Спасибо! Друзья, ваши аплодисменты, уважаемые члены жюри, ваши оценки, саундтрек, любимый город, город Харьков. Время пошло. Прекрасное ощущение. Сергей Сивоха. Сергей Сивоха, 1 балл. Сергей Сивоха, Лирник, 2 балла. Лирник, 2 балла. Сергей Сивоха, балл, Лирник, 2 балла. Мужчины. Мужчины, Юрий Горбунов, 3 балла. 3 балла. 3 балла. Ваши аплодисменты харьковчанам. Спасибо вам большое. Судьба, ну, любят вас батлы, а батлы любят вас. Спасибо, харьковчане, увидимся.
Да ё-моё. Вы знаете, уже ничего не чувствуем, честно. Вообще уже ничего не чувствуем, на самом деле. После разминки уже все после было. Всех этих эмоций, которые мы только что пережили, еще раз нужно пережить такое же, это просто нереально. Встречайте, финальный саундтрек VIP Тернопиль представляет Юрий Горбунов. Українське село – це як допомога Європи. Вона ніби є, але її ніхто не бачить. Ми недавно зрозуміли, що про сільське життя в нашій країні немає жодного серіалу. А в нас є чудова ідея щодо цього серіалу. І цієї ідеї вистачить на 100 сезонів. І саундтрек, який ви зараз почуєте, ще раз це доведе. Дія починається весною. Поїхали. Посадили буряки. Посадили параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки. Речку із пшеницю жито, і не встигли відпочити, і не встигли відпочити. Як уже на носі літо. А влітку що робити? Обробили буряки. Обробили параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Ну і хто мені підкаже, ну і хто мені підкаже? Восени, нам що робити? Позбирали буряки, позбирали параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Всі поля накрило снігом, всі поля накрило снігом. В хаті будемо сидіти і цілу зиму будемо їсти буряки. Будемо їсти параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Але знову весна приходить, але знову весна приходить. Треба знову щось робити. Посадили буряки, і вродила параболя, фантастичні кабачки, охренітельна квасоля. Позбирали огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Всі склади стоять забиті, всі склади стоять забиті. Ну а зрештою що робити? Продамо ми буряки, продамо ми параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Ми купаємося в баблі, ми купаємося в баблі. А з грошима що робити? Інвестуємо в буряки, інвестуємо в параболю, патісони, в кабачки, в кукурудзу і квасолю, в помідори, в огірки, в речку, рис, пшеницю, жито. Ми запросимо Тарантіно, ми запросимо Тарантіно, щоб він зняв про нас він кіно. Як ми садим буряки, як ми садим параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку, рис, пшеницю, жито. Вже Ді Капріо получить, вже нарешті він получить Оскара за буряки. Навіть якщо ти не встав, то колись посеред ночі тебе знайде маньяк буряк і зазирне тобі у очі. Тебе в Тернопіль відвезе, покаже річ страшну до болю. Де віби замість півфіналу, віби замість півфіналу, ковають кляту параболю. Тернопіль, дякую!
Браво! VIP Тернопіль с финальным саундтреком сегодняшней игры. Но по-прежнему все решает пятерка судей, кроме Юры Горбунова. Подопечные Юрия сейчас стоят на сцене. Итак, время пошло. Уважаемый жюри, вам слово. Потап Ласточкин. 2 балла. Елена Гравец, 3 балла. Лирник, 4 балла. Сивоха. Сергей Сивоха. VIP Тернопіль. VIP Тернопіль. Ребята, я хочу вам сказать, что перед вами не просто полуфиналист, хотя это уже много, давайте поаплодируем, абсолютный победитель сегодняшней игры. Максимум в 2 конкурсах. Молодцы, ребята, чудесная игра. Сейчас мы приглашаем под ваши аплодисменты. Для финального батла он будет. Ну, для начала давайте поаплодируем всем командам. Ребята, на сцену. VIP Тернопіль, Харьков, любимый город, Дир-и-Шелье, Одесса. 3 разные ведущие. Вот это замечательная четверка. Ну что, уважаемые члены жюри, Лена, Лирник, Ласточкин, Потап, вы члены жюри. Сейчас, внимание, от вас будет зависеть исход сегодняшней игры. Одна команда дальше не пройдет. Значит так. В батле у нас харьковчане и в батле одесситы. Суть батла. От каждой команды нам понадобится по 2 человека. Ну, прямо сейчас на ходу я буду объяснять суть батла и прямо покажу, кто первый. Харьковчане? Одесситы? Одесситы на сцене. Одесситы на... с харьковчанином. Одесситы начинают. Харьковчане, ребят, вы пока в сторонку. Итак, Одесса, внимание. Сейчас мы вам дадим одно слово, которую нужно будет показать нашим зрителям. Идите за мной, я вам покажу, как это надо показать. Здесь она. Вот, посмотрите, над нами камера, видите? Вон камера, видите? Сядем, ребят, сядем. Садитесь со мной, туда ножки. Ого, прикольно. Сели? А теперь ляжем. Итак, внимание, друзья, что нужно будет сделать вам? Вам нужно будет показать зрителю за 2 минуты, слово, которое мы вам скажем, буква за буквой, начиная от первой буквы до последней. Выстраивая эти буквы, выстраивая каждую букву, перемещая свое тело. Итак, друзья, запомните, внимание, послушайте еще раз смысл. Перекатывайте, сделайте, что хотите, вылезайте друг на друга. Это не важно, вставать нельзя, лежа. Вы должны выстроить буква за буквой следующее слово. Вы готовы? У вас будет, ребята, ровно 2 минуты. Вам достается слово «фильм». Фильм. Первая буква «Ф». Время. Пошло. Поехали. Я сделаю всю. Так, Димон, уходи. Готово. «Ф» готово. Так, поехали дальше. Буква «И». Буква «И». И дальше шо? Это «И». У меня борода лысая. Допустим, это «И». Готово. Буква «Л». Буква «Л», Дима. L. Голова к голове, как L. в стриптизбаре. Любовь, ты мой. Буква «Мягкий знак». Какой? Мягкий знак, ребята, держитесь. Я сейчас сделаю. Мягкий знак. Давай, Димон. Давай. 5 лет школы танца! Давай, прекрасно! И буква М. Ребята, время идет. М. Куда ты? Давай руку сюда, гаджет. Давай, гаджет. М готова? Готова. М готова. Стоп. Стоп. Ваши аплодисменты. А шутки у нас были. Фильм. Я вам предлагаю встать. Я понимаю, давайте вам ручку. Не стоит. Чего? Скажут потом, протащил Зеленский Дир-и-Шелье в полуфинал. Дир-и-Шелье, идите сюда, ребят. Сейчас очень важный момент. Вы быстро справились с этим импровизационным конкурсом. Нам только нужно будет посмотреть, что у вас получилось, полностью увидеть это слово на экране. И именно это потом будет оценивать члены жюри со скорость и находчивость. Итак, внимание, сейчас это слово появится буква за буквой.
Я буду вот. Худой. Вот, посмотрите, сейчас появится. Вот, F, это, видимо, вот так. Замечательный F получилось, по-моему. Можно, если можно, после этой чудесной буквы F, I? Уберите Димона. Ну. Ощущение, что вы идете в ЗАГС, конечно. Вот И. Вот такая И. Следующая буква L. Ну, нормально. Нормально, здесь хорошо. L. Мягкий знак чудесно получился, поверьте. Вот, вот сейчас он появится, ребят, вам понравится ваше творение. Мягкий знак. Как будто бы вы знаете, вы давно знаете друг друга. Это мягкий знак. Это мягкий знак или что? Ну, так а вот так, если посмотреть душу. Так не нужно, встаньте. И, наконец, буква М. Так. Ну, нормально, дружба народа. Дружба победила. Это слово «фильм». Ваши аплодисменты. Ребята, вы свободны. Спасибо. Спасибо, ребята. Итак, друзья, ну, вторыми у нас участвуют харьковчане. Сейчас по моей команде, вот, хорошо. Вас уже показывают, ложитесь. Ага. Вам достается слово «жизнь». Готовы? Время пошло. Первая буква «Ж». Поехали. Да. Поехали. Ну, давайте, двигайте ручку. Давайте, ребят. Давай. А ничего, что полбуквы жирным текстом выделено, нет? Так. Эта буква готова? Полностью. Эта буква готова? Это что такое, ребят? О, очень мягенько. Хорошо, ребят, пока вы отдыхаете. Буква «Ж» готова? Вот. Это буква «Ж». Есть. Нормально? Буква «И». «И». Буква «И». Поехали, И. Ребята, в темпе. Буква «И». Куда там? Неплохо. Ты понял, что ты делаешь вообще? Пока нет. Но ты опять целуешь мои ноги, чувак. Буква «И». Сейчас, подождите. Вот! Вот, понял, вот так вот. «И». «И». Есть. А следующая буква «З». Владимир, вы очень деспотичный человек. Да, буква «З». Заставляете людей ползать по полу. Ты понял, я хочу быть снизу здесь. А, подожди. А куда ты? А я понял, делаю вот так. Буква «З». А, и ты делаешь... Давай, кличика сюда. Буква «Н». Ребята, просыпайтесь. Буква «Н». Какая? «Н». «Н». А вы не знаете, как пишется «жизнь»? У меня есть идея, чем соединить две палочки. Я шучу. Ты не о том подумал. Ой, дураки, боже мой. Нет, давай вот так. Уйдю. Ребята, ощущение, что вы мастера спорта по этому виду спорта. Мягкий знак делаете. Чувак, сейчас очень плохая идея. Ну ладно, давай, ложись на бок. Тихо, тихо. Я посмотрю. Все. Стоп. Стоп. Снято. Ребята. Ой, знаете. Это очень было так плохо. Неприлично говорить, даже не хочется вас отпускать. Подождите, возвращайтесь назад на базу. Да, пожалуйста, ну, чтобы не говорили, что я протянул бородатого. А ну, давай. Харьковчане! Идемте сюда, ребят. Ну, чтобы мы с вами понаблюдали, что у вас получилось. Ребята, давайте посмотрим, что получилось, что в нашей жизни и в харьковской жизни сегодня получилось. Итак, слово «жизнь». Внимание на экран. Буква «Ж». Давайте следующую букву, если можно. Буква «И». Буква «И» такая невнятная, конечно. Буква «З». И главное, сориентировались в ту сторону. Молодцы. Буква «Н». Ну, этот волшебный пендель мы запомнили. Ну и, наконец, буква «Мягкий знак». Не надо, не пожалуйста. Все команды, ребят, пожалуйста, проходите сюда. Мы просто друзья. Команды, мы всех приглашаем нас, а вы просто близкие друзья. Давайте поаплодируем нашей четверке. Длинная игра, непростая игра. Все молодцы. Интересная импровизация. Уважаемые члены жюри, сейчас участвовали команда Алексея Потапенко, Харьков, любимый город, и Игоря Ласточкина, Дыришелье, Одесса. Итак, начинаем. Отчет от Антона Лирника. Антон Лирник должен сказать, какая, внимание, команда, по его мнению, справилась в батле лучше и проходит в полуфинал. Кто проходит?
По моему мнению, а я смотрел батл и в основном вспоминал всю игру предыдущую. Мне было все-таки захотелось пересобрать заново картины команд, которые показывали батл. Вот, и проанализировав участие команд и той, и другой в целом в игре, я считаю, что Одесса заслуживает права пройти дальше. Свое предпочтение Антон отдает Одессе Дерешилье. Елена Кравец. Леночка, пожалуйста, кто проходит дальше, Дерешилье или харьковчане? Просто ответить. Кто? Не, пожалуйста, как дела? Хорошо. Нет, на самом... Дела сегодня вот по-разному. Понимаешь? Сегодня по-разному. Да, ну, да. На самом деле, правда, по одному конкурсу решить судьбу команды... Ну, очень сложно. Очень. Ну, правда, так или иначе, ты все равно возвращаешься к фестивалю 1/8 сегодняшней раньше, игре. Вспоминаешь, раньше, как ты замуж вышла, ну, понятно. Да. Далеко. Ну, мне понравился Харьков, да. Харьковчане проводят дальше. Пока, друзья, пока, 1-1. Юрий Горбунов. У мене давні і складні стосунки з Харковом. Минулого разу в нас були різні розмови. Сьогодні я вже один бал вам віддав. Тому свій наступний бал я віддаю знову вам. Знову харьковчане. А от зараз таке відчуття, що ми не розходимося. Ну, якщо я читати вмію. Хорошо. Сергій, пожалуйста. Я шучу, конечно же, Сергей Анатольевич. Если можно, ваше справедливое решение. Харьковчанам или Одессе? Кому? Сегодня мою команду прокатили в двух моментальных конкурсах. И мы сейчас, мы сейчас оцениваем этот конкурс. Мы сейчас оцениваем этот конкурс. Харьков, поздравляю. Есть! Есть еще один полуфиналист. Любимый город Харьков в полуфинале. Дорогие друзья, достойная борьба, достойные конкурсы, и очень достойно удар сегодня держала и представляла замечательную столицу юмора, город Одессу, представляла команда Дерешилье. Ваши аплодисменты, они становятся почетными зрителями нашей Лиги Смеха. Ребята, вам удачи, вы молодцы, мы вам громко аплодируем, а всем остальным трем командам мы желаем удачи в полуфинале. Провожаем Одессу. Спасибо вам, ребят, удачи. Ваши аплодисменты. Посміхнеться світ, і кожен з нас тому сюди прийшов. Ми разні, но нас сьогодні смерть соединит, з мечтою общей сильной, как любов. І все буде добре для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. З улыбкой можна делать только добрые дела. І має бути тільки щирим сміх. Для этого судьба на этой сцене нас свела. Ми віримо, чекає нас успіх. І все буде добре для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. І все буде добре. Для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. Спасибо большое, дорогие друзья! Спасибо нашей стране! Спасибо, днепропетровчане! Спасибо! Спасибо большое! Ваши аплодисменты первым полуфиналистам Лиги Смеха! Ви-Пи Тернопиль!
Три разные ведущие город Киев и любимый город Харьков. Это имена полуфиналистов. Спасибо, пока. We'll be right back.